Показ начался. Чтобы установить показ, все понятно. Я тебя не слышала сейчас. Что? Да, как убрать? Погоди, я пока вспоминаю, как управлять этой бамбой. Давай, ты молодец, ты все умеешь, это я не умею. Разместить новое задание. Конечно же, сюжетное. Че? Срочно. Это тот урод, который плевался в меня ядом? Ох, господи, что сейчас будет? Чего? В смысле завершить? Я хочу начать. Нет, тогда отвалилась у меня. Я просто пошла хотя бы узнать, кто это. А давайте используем дальний лагерь, а то что не использовать его? А что за талоны? Нахер они нужны? Ну, по крайней мере, ты убьешь ведь, да? Эту тварь, даже если меня трижды вынесут. А чё, и всё, да? Они всё поняли. Что за сохранение пошло? Какое нахер? Реально, как убрать всю эту нахер рамку? Она мне не нужна. Я не хочу этого видеть. А ты где? Блин, я опять забыла, что тут управление. Я реально за 2 недели я забыла. Ты понимаешь, у меня и так навыков никаких. Я забыла, как ей управлять. Прости меня. Можно отправляться? Где там эта виверна или кто она? Где она? Отправиться за задание текущим составом. Те, кто не готовы, не пойдут с вами. Да, точно. Советы по охоте, конечно, гениальные. И как их все успеть прочитать, они бы еще длиннее написали. Я вам что, этот, с навыками скорочтения, что ли? Которые там через 3 буквы перескочили и поняли вообще все предложение? Это гениально, я считаю. Так, нужно что-то искать, какие-то следы. Думаю, легче всего будет найти, если углубиться в лес, где они добывают себе пропитание. Окей, углубимся в лес. Наверное, один сорванул, да? О, рванули. Воу, это что за дождь? Чё? Погодите, что там было? Что это? Возьмем на анализ. Я, кстати, там вроде в каких-то этих чуваках. А что за токсичная слизь? Кто ты? Серьезно? О, какое-то растение. Ой, тут что-то есть. А ты кто? Нет, ты жаба, я тебя не хочу трогать. Уходи. Так. Так, погоди. Я пока еще просто налево-право бегаю. С этим-то проблем у меня не было. Я пока просто куда-то бегу. Я не понимаю, куда, конечно. И мне сказали, что нужно искать какие-то там долбанутые следы. Да? Но я не могу их найти.
Вот там еще что-то растет. Давайте я туда. Я тут ботаникой больше занимаюсь, на самом деле, чем убийством животных. Так, где там эта фигня? Так, как там эту фигню-то все отключить? О, сейчас реально, если кто-то это смотрит, вот сейчас ржач вообще. Типа, господи, как она тупит, что она вообще творит? Все скрыть? Нет, мне не надо все скрывать. Мелкие чудовища нахер мне не сдались. Местная живность тоже не нужна. Ловушки? Ну, пока, наверное, нет. Ну, блин! Тут же как-то можно было поставить эту херню, и чтобы он шел по ней, нет? Ну, в смысле она. Ну, в смысле они. Я его не вижу пока. То есть там реально его нужно видеть? То есть мне очень много всего нужно собрать. Я поняла. Я поняла, я пошла собирать. Я занимаюсь собирательством, это мое призвание. Ну ладно, это растение я тоже соберу. Ты серьезно? Я тебя ненавижу, понял? Я тебя ненавижу. Так. Где? Я опять по всяким углам шарахаюсь тут. О, тебя я тоже соберу. Очень весело! Нет, серьезно, как... Она сможет? Не, она не сможет. Подруга, давай, тут ты сможешь? Нет, тоже не сможешь. Я бегаю в каких-то непонятно. Что там было? Стой. Опять растение. Куда ты летишь, друг? О, чё-то есть. Гони. Топ-топ-топ. Топ-топ. Ты кто? Ты вообще откуда здесь взялся? Какой-то другой монстр. Зашибенно. Сейчас пойдем его ловить. А мог для чего? Видимо, для чего-то. Чё тут? Чё тут опять? Что это? Старые перья? Ну окей. Я типа иду по следу. Я типа иду. Почему столько много монстров? Дайте мне спокойно одного поймать. Еще чьи-то лапы. Охеренно, я пришла сюда изучать лапы. И еще какие-то лапы. Что? Где? Что? Она мне сейчас заорала. Ну, в смысле, проводница. Я такая, что? Где? Где? Что? Где? Это он? Я, видимо, его уже забыла. Топ-топ. Там я не хочу к нему подходить. Он сейчас опять будет плеваться, раздуваться, вот этой херней своей страдать. Опять убьет меня. Он меня трижды вынес. Я просто хотела... Нет, я просто хотела узнать, кто он и насколько сильный, но он меня своим ядом просто...
Ладно. Не будем вспоминать о печальном. Ты что, уже на него пошел? Я еще только перья собираю. Он меня увидел, он меня увидел. Помогите. Погоди, я забыла, как доставать эту семью. Он на меня сбивал. Развернись, развернись. Нет, еще раз развернись. Развернись. Я не тебе, я ему. Точнее, ей. Ай! Стоп, здесь оса. Она меня вылечит. Что там происходит? Погоди. О, господи. Стоило подойти, не понимаю. Давай. Как на тебя нацелиться? Я опять забыла. Он сейчас блеванул? Да стой ты, дай я прицелюсь. Я прицелюсь. Устаю. А теперь начинаем бить. Где я? Стой! Он ушел? Стой! Я только подошла! Стой! Стой! Нет, все. До свидания. Я только подошла. Кот, прости. Тебе приходится столько страдать жизни. Ты еще там? Я бегу. Не, я Вилли бегу прямо изо всех сил. Правда, кот почему-то бежит быстрее меня, ну ладно. А, точнее, погоди. Я бегу уже в ту. Рили, сейчас, если кто-то это видит, все думают, господи, что за тупость. Кто дал ей играть? Это позорище. О, привет, Ася. Ты один там с ним разбираешься? Давай. Оп. Давай. Ради меня. О, там что-то нужно нажимать. Я уже не помню, что нужно нажимать. Ради меня, давай. Что произошло? Я не знаю сейчас. Нет! Что? Где? А? А? Где? Что? Где? Погоди. Погоди. Вот я его вижу. Погоди, сейчас я эту херню на него поставлю. Как только надо вспомнить, конечно. А. Погоди, я что-то не то сделала. Сейчас я сделаю то. Так. Сейчас я нацелюсь на него. Так, все, красота. Ведите меня, светлячки. Опа. Сейчас я, правда, выдохнусь, как всегда, пока бегу. Опа. Оп-оп. Может, ей просто тяжело? Она же все-таки девочка, ей приходится с музыкальным инструментом бегать. Сейчас бы кто-нибудь побегал с пианино. За монстром. Ты уже там? Нет, стой, 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 погоди, я не готова, стой. Погоди! Я не могу его видеть!
Господи, тут этот гад пришел. Я почему ты отстал? Ну я отравлена! Или бы не вернуться? Я не думаю, что я на это не может решиться. Он опять плюнул. Что это за херня? Вот вы мне не верили, говорили, там какие-то цветы, и он их тронул. Да-да-да. Да, конечно, все при мне как-то по-особенному себя ведут, да, конечно. Стой, куда? Эй, где, чувак? Ты куда улетел-то, друг? Алло? Нет, не вижу. Хорошо, что хоть предупреждаешь. Спасибо. Не слышу. Все, она выдохлась. Погоди. Дыши. Дыши. Ну, у нее реально стамина падает. Я не виновата. Ну, может, я говорю реально, ты сам побегай с пианино. Стоп, я куда-то не туда, да, бегу? Ну, меня вроде сюда вели. С пианино на лианах, ты зацени. Ты что-то ставишь или мне можно его побить? Или мне можно его побить? Подруга, сними этот музыкальный инструмент и сыграй. Ты же все, да? Развернись и сыграй. Без меня. Я просто за осой гонялась, я даже не била его. Я хотела подлечиться, потому что он меня отравил. А вы не верили, блин? Я же говорю, что он какое-то ядовитое облако испускает. Нет, нет, нет у него такой атаки. Охеренно, конечно. Чего? А, я забыла. А мне что-то его так жалко. Не, я ничего не успела сделать, меня отправляют назад. Зато кошак радуется. Так. Чё-то какие-то награды пришли. Я хз, чё это вообще за фигня, но я всё его заберу. Спасибо. Ну, хоть котик подрос. Господи, как это тяжко. Все, все поздравления тебе. Я ничего не сделала.
Но пока у меня вроде с камерой ссор особых нет. Пока. Но я не уверена. You've done well. And listen up. Что за дикогорье? All right, it's time to begin the Elder Dragon investigation. Make sure you know what you need to do. So now we need to protect the scholars. Let's regroup at the Wildspire Waste. Они такие простые. Иди туда. Я это место впервые слышу. Но мне говорят, иди. Охеренно. Это как в этих, в русских сказках. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Так, кто там где меня ждет? Не, Рили, меня кто где ждет-то? Я не в курсе. Алло? Алло, товарищи? Кто меня ждет? И где? А, я что-то не помню. Что-то на какое-то дикогорье послали. Отправиться в экспедицию? Я не хочу, нет! Ну, я не хочу. А тут что? Что это? И что тут? Что за задание? Самое приятное... Мне уже страшно. Что значит самое приятное задание? Что там будет? Ну, меня послали... Не знаю, там какая-то вот эта красная иконка висела, и там написано, что это самое приятное задание. Но я подозреваю, меня там убьют 3 раза. Сразу причем. Я только успею зайти, меня уже вынесут 3. Принять это задание. Воу. Ну, окей. Ну, там типа на 4. Я хз. Вот ты как. Кот считает, что все дерьмо. Я с ним согласна. Ну сейчас я вот. А, нет, 1. Ну там же было 4, твари. Вы почему меня обманули? Ну ладно, в путь так в путь. О, господи. Да-да, все круто. Угу. Area of the Wildspire. Guide us there safely, partner. One thing's for sure, the environment here is completely different from the ancient forest. Yes, the Wildspire waste features a mixture of dry land and swamps.
which naturally supports its own unique ecosystem.